Выставка посвящена чаю и кофе. Вторая в этом году у меня получилась. Техники световая кисть. Хотел описать, осветить чай и кофе как явление. То есть оно у нас всегда нас в жизни сопровождает. Оно может быть разным. Где-то одноразовый стаканчик, где-то красивой посуде. Вот просто как явление. И хочется подчеркнуть культуру чаепития, вот, чтобы сервиз был. То есть действительно основательно сесть, подумать, попить, вкусить вкус, запах, а не как с одноразового на бегу. То есть вот хочется это поднять, как и раньше часто было. Сейчас это выходит, к сожалению, из моды. Просто изнутри хочется поднимать то, что было. Оно немаловажно. Просто это культура, которая была и которая теряется. Я думаю, она достойна внимания, поэтому я поднимаю эти вещи в своих работах.